В Штеровке жертвой огня стал пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 29 октября в половину 12 ночи служба 101 «Красного луча» получила сообщение о загорании частного дома в поселке Штеровка. Местные жители, разбуженные треском горящего шифера, увидели зарево. Горел частный дом по улице Носко. Он располагался на отшибе на расстоянии около 500 метров от ближайшего подворья. Был скрыт деревьями, кустами и густыми зарослями травы. На место происшествия выехали пожарные караулы из Петровского и Ивановки. К моменту прибытия спасателей пламя уже распространилось по всей площади здания. Крыша обрушилась. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и разбирали конструкции до 3 часов утра. Дом площадью 32 квадратных метра сгорел полностью. Возле выхода в одну из комнат было обнаружено тело хозяина. Мужчина 62 лет был инвалидом, передвигался на костылях. Скорее всего, пытался спастись, но не успел. Вероятная причина пожара – курение в доме.